Всем привет, с вами Наташа Беларуси, я рада видеть вас на своем канале. Девчонки, за последнее время на рынок вышло много, на самом деле круто, работающих бюджетных тушей. Именно поэтому я собрала для вас свой топ-10. В этом топе будут как новые, на самом деле крутые, недорогие продукты, так и мои уже, я не знаю, несколько лет как фавориты, которым я не изменяю, которые я в очередной раз приобрела на этот сезон, то, чем я буду пользоваться весной и летом 2021 года. Вы знаете, я уже, наверное, несколько лет не покупаю туши среди люкса. У меня нормальные ресницы, они там не какие-то феноменальные, но и неплохие, довольно-таки густые. Единственное, что у меня все реснички растут в разном направлении, они немножко запутанные. На мне туши от масс-маркета работают замечательно. Я не вижу вообще никакой разницы среди люкса. Если это, конечно же, тушь среди масс-маркета, либо белорусской косметики качественная и хорошая, я не хочу переплачивать, да, по 25-30 баксов, тем более за тушь, которая, ну, срок годности и работы туши довольно-таки короткий, там 1,5-2 месяца, как только ты ее вскрыла, она начинает подстывать, и ты выбрасываешь. Именно поэтому я нахожу среди масс-маркета на самом деле круто работающие продукты, именно о них мы сейчас с вами и поговорим. Первым делом я покажу вам новинку, и на эту новинку у меня было довольно-таки много запросов в комментариях по поводу термотуши. Это у нас Catrice Glam Adol Easy Wash Off. Это как раз таки та самая термотушь, которая удаляется с глаз, когда вы начинаете теребить тепленькой водичкой ваши реснички, и тушь снимается такими чулочками. За счет чего она работает таким образом? Она, как, знаете, у нее формула, она как резиновая. Она очень круто обволакивает ресничку, тем самым она стойкая, и она дает хорошее удлинение за счет вот этой вот резиновой формулы. Если вы давно искали термотушь, хорошо работающую термотушь среди масс-маркета. Catrice и Essence сейчас уже представлены, я не знаю, мне кажется, во всех странах и в огромном количестве магазинов. У нас в сети магазинов Cosmo есть уже эта новинка, то однозначно обращайте внимание. Здесь 9 мл этого продукта. У меня было уже отдельное видео. Я обязательно внизу оставлю вам подсказочку, где я наносила эту тушь. Она ультра-черная. Здесь у нас внутри вот такая вот силиконовая щеточка. Видите, она даже когда выдается, выдается такая, знаете, как резиновая. Ну вот сама тушь, она не крем, она именно такая полурезиновая. Она выдается такими вот усиками. Вот такая вот изогнутая щеточка силиконовая. Хорошо разделяет реснички. Отлично наносит. И на самом деле, если у вас частенько отпечатывается тушь на нижних веках, то обратите внимание на термотуши и конкретно на вот эту вот новинку от Catrice. Очень понравилось. Могу вам рекомендовать. В принципе, очень похожий вариант. И это тоже термотушь. Это новинка от Maybelline. У меня есть тоже отдельный обзор на эту. Sky High знаменитая знаменитейшую тушь, которая была супер популярна в ТикТоке. Сразу же скажу вам, что такого эффекта, как в ТикТоке, что прямо у вас там вырастут ресницы до бровей, нет, девчат, от этой туши такого у вас не будет. И вот эта вот тушь не понравится тем, у кого редкие и, знаете, вот такие вот ровненькие реснички. Вам она не понравится. Но если у вас завитые, даже если у вас коротенькие реснички, если у вас густые коротенькие реснички, если у вас такие же там средние ресницы, как у меня, вам она, скорее всего, понравится. Здесь у нас тоже силиконовая щеточка. Здесь, кстати, производитель делает нам уклон на то, что это гибкая щеточка. Но такая гибкая щеточка, она уже во многих тушах. Это никакая там не уникальная разработка. Щеточка-елочка удобная, она хорошо наносит тушь, она неплохо дает объем, она очень круто удлиняет. Мне тушь понравилась. Я думаю, что разочаровались только те, кто на самом деле ждал от нее такого, как от TikTok, но она хорошо держится и то же самое снимается теплой водичкой, теми самыми чулочками. С термотушами покончили. Следующая у меня вот такая вот новинка, это L'Oreal Bambi Oversize Eyes. И я попробовала, кстати, когда я снимала обзор на эту новинку, уже есть такая тушь Bambi в серебристой упаковке. В серебристой мне тоже понравилось, но почему-то мне больше вот именно прилегла моя душа именно к черной. Здесь у нас внутри тоже силиконовая щеточка. Она, кстати, тоже довольно-таки подвижная. Елочка, и на конце у нас такой легкий шарик. Вот эта тушь, она уже, знаете, у нее сразу плотная, густая, кремовая формула, и она дает феноменальный объем. Если у вас редкие реснички, и вам нужны больше объема, то однозначно обращайте внимание на Bambi Over Eyes. На мне она держится в течение дня, не осыпается
Хайса. Здесь довольно-таки, кстати, много продукта. Я когда сравнивала, у Maybelline Sky High здесь 7,2 мл, а здесь, по-моему, 9. Сейчас найду, скажу вам. Здесь 8,9 мл этой туши. Она чуть дороже, чем Maybelline, но она мне на самом деле очень нравится. Я люблю вот этот вот по килограмму туши на каждой ресничке. Если вам тоже нравится такой объем, то обращайте внимание на L'Oréal. Далее давайте пройдемся по новинкам от белорусских производителей. Первая тушь — это Luxe Visage Absolute. Дело в том, что мне поначалу эта тушь не понравилась особо вообще. Здесь вот такая вот небольшая щеточка, восьмерочка силиконовая. И в этой щеточке, знаете, вот эти вот ворсинки, они очень коротенькие. Я когда ее впервые открыла, знаете, как-то она меня совершенно вот прям вообще не впечатлила. Но после того, как она у меня месяц полежала открытая, я дала ей второй шанс в каком-то видео. Я даже снимала видео в этот день. И она загустела и стала красить значительно круче, чем она работала, когда она была свежая. 8 грамм этой туши здесь однозначно дает хороший, уверенный, плотный объем. По стойкости она, знаете, если сравнивать стойкость термотушей, то термотуши однозначно более стойкие. Там, если вы будете плакать, либо что-то такое, она, естественно, размажется. Но при обыкновенных условиях, без дождя и слез, эта тушь держится на мне неплохо. Понравилось, неплохо удлиняет, классный черный эффект и дает неплохой объем. И также новинка от Luxe Visage — Арабская ночь, панорамик лифтинг. Эта тушь вышла в двух объемах, золотая и вот эта вот черная, панорамик лифтинг, мне понравилась больше. А тут вот такая вот изогнутая классическая фибра. Я вам не раз говорила о том, что я обожаю классические фибры, и мой, наверное, отзыв на эту тушь будет не совсем компетентен, ну, скорее предвзят немного, потому что я реально очень люблю именно фибру. Именно фибра дает плотный объем, именно вот этот вот кукольный, распахнутый взгляд. Если вам нравится такое, если вы не заморачиваетесь сильно, потому что там может спутывать такая щеточка, потому что фибра, да, она не супер круто, да, разделяет, но тушь сразу же очень кремовая, плотная, за счет чего она еще больше, да, вот фибра плюс кремовая формула дает вам очень уверенный кукольный объем на ваших ресничках. Очень мне понравилось, и однозначно то же самое могу вам порекомендовать. Тоже у меня есть отдельный обзор. Посмотрите, из своих старичков-любимчиков белорусских производителей у меня, конечно же, Максимишин от Белор Дизайн. Девчат, если вы не знаете, что взять среди белорусского производителя, да, однозначно обратите внимание на Максимишин. Начните свое знакомство с белорусскими тушами именно с этой легендарной туши от Белор Дизайн. Здесь вот такая вот силиконовая щеточка-бочонок, знаете, классический формат. Она неплохо разделяет, отлично наносит тушь, тоже дает уверенный объем и удлинение. Очень нравится, рекомендую. И я покупаю уже, наверное, я не знаю, может быть, третью баночку. Здесь целых 11,4 грамма этой туши. Хватает ее надолго, и она долго не застывает. И если вы любите, знаете, такие изысканные, идеально разделенные, очень круто удлиненные реснички, без излишнего объема, без единого комочка, то это однозначно Берлита Luxury Argan Oil. Она создает, вот знаете, вот реально она не дает ни единого вот этого вот паучьего взгляда, лапок, но она настолько круто обволакивает каждую ресничку, что это, знаете, это реально эффект люкса на ваших глазках. Если вам нужно на работу, да, вы не можете себе позволить на работу, вы там переводчик или стюардесса, вы не можете себе позволить на работу накладывать эти вот тонны туши на ваши глазки, и вам нужны красивые, черные, ультра-черные, удлиненные ресницы, то обращайте внимание на Белиту Pro Luxury. Здесь, кстати, целых 12 мл этой туши. Также я повторила тушь, и я уже рассказывала вам, не слишком часто я говорила об этой туши, но это тушь от Rimmel, и как-то она незаслуженно мало мелькает на YouTube. Wonder Luxe Volume. Здесь вот такая вот силиконовая изогнутая щеточка. С одной стороны щетинки у нас более короткие, с другой стороны более длинные. Вот эта вот тушь, она из той категории, которая дает очень много объема, но не спутывает реснички. За счет вот этой вот силиконовой изогнутой щеточки она неплохо прочесывает вам реснички, приподнимает их от самого основания и дает уверенный очень крутой объем, плюс она хороша по стойкости. Очень нравится этот продукт. 11 мл здесь у нас с вами туши. Если вам нужен, да, уверенный объем, но вы не хотите никакого спутывания, то однозначно обратите внимание на Rimmel. Я купила себе вторую упаковку и очень ей довольна. Также
У меня в этот топ попала и тушь от Max Factor. Я выбрала Divine Lashes. Это тушь, во-первых, она с ухаживающими компонентами. У нее в составе пантенол, то есть она будет вам еще и подлечивать ваши реснички. Плюс, опять же, здесь мой предвзятый взгляд, потому что здесь вот такая вот большая щеточка фибра. Щеточка восьмерочкой. Она приподнимает и позволяет вам с одного, да, вот такого вот легкого взмаха прокрасить все реснички от самого основания. И, опять же, за счет того, что это щеточка фибра, она сразу наносит вам по многу туши и обволакивает вам эти реснички. Она черная, она сразу кремовая, за счет чего она дает еще больше объема. Конечно, такой тушью, с такой щеточкой, вы, как я и говорила, вот тушах вот такого вот формата, да, что они не будут вам сразу, да, прочесывать реснички, то вот вам придется попотеть. Но для объема фибра она лично для меня вне конкуренции. И последняя тушь, как вы прекрасно поняли, да, что я все-таки люблю именно больше объема. Меня не смущает, даже если есть там какой-то комочек, я спокойно ватной палочкой его подсниму, но мне нравится именно уверенный плотный объем. И по объему туши от Bourjois у меня это Eye Kitchen, взгляд кошки. Вот такая вот очень необычная здесь, опять же, фиброщеточка, щеточка-лопатка. И, опять же, у этой туши точно такая же формула, как у туши от, допустим, Max Factor. Она сразу плотная, кремовая, за счет чего обволакивает ресницы и дает очень уверенный плотный объем. Здесь у нас с вами 6 мл, кстати, всего лишь 6 мл. Вы знаете, смотрите, какая разница. У Argan Oil от Luxury 12 мл, а здесь у нас всего лишь 6 мл этой туши, хотя банка такая очень большая. Туши от Bourjois, если вам нужны именно кукольные ресницы, если вам нужен эффект накладных ресниц, берите именно туши от Bourjois. У них ультрачерные оттенки, они сразу кремовые формулы, за счет чего они и очень круто создают именно вот этот вот эффект накладных ресниц и даже немножко, можно сказать, спутанных ресниц, потому что если вот все предыдущие туши я вам что-то рассказывала, да, то вот с этой тушью вам однозначно придется, да, где-то что-то подправлять и прочесывать, если вы не хотите, да, супер склеенные ресницы. Но если вам нужен реально супер объем, то обращаем внимание на туши от Bourjois. Вот и все еще, что я хотела вам рассказать. Если я была вам полезна, обязательно ставьте класс. Пишите мне внизу в комментариях, какие у вас фавориты среди тушей. Я прекрасно понимаю о том, что туши это очень индивидуально. Допустим, многие обожают тушь от Vivienne Sabo Cabaret. Мне она не особо нравится, мне она не особо подходит. Но мне будет очень интересно почитать, потому что я ищу новые классные продукты. И я обязательно для себя тоже что-то подберу среди ваших комментариев. Всем огромное спасибо. Пока-пока.